Всем привет! С вами Алена Васильева и канал Минавито Онлайн. Сегодня у нас в гостях известный украинский журналист, замредактора единственного в мире крымско-татарского телеканала АТР Айдер Муждабаев. Добрый день, Айдер. Салам алейкум. Я бы тебя еще добавила, мой наставник в русофобии. Вот и добавила. Ну, это большая честь для меня. Для меня большая честь. Айдер, я посмотрела последние несколько дней блестящий анализ в Ютубе по поводу белорусской ситуации. Поэтому мне, конечно, хотелось поделиться с белорусской аудиторией, которая тебя не особо смотрит. Вернее, смотрит много, но, может быть, есть те, которые не видели. Вопросы будут все те же. Плюс вчера еще Путин встретился с Лукашенко. Нам показали 7 минут записи. И Путин очень доволен. Лукашенко принес с собой какой-то чемоданчик с документами. Сказал, что хочет их передать Путину. А всю дорогу, все переговоры, этот чемоданчик с документами стоял рядышком с креслом, где с троном, где сидел Лукашенко. То есть, видимо, флешки не изобретены в кабинете белорусского непрезидента. Я думаю, там перфокарты. Вот я как наверное. Там перфокарты, я думаю. Да, с секретными данными о всемирном масонском заговоре, не иначе. Думаю, да. Вопрос, ну, тяжелая у нас ситуация. Я, собственно, просто даже без вопроса, я хотела ее обсудить. Че, мы все в России? Да, вы в России. Если коротко отвечать, вы в России. Причем я даже не думаю, что Путин сейчас будет присоединять Беларусь формально. Вот, может быть, сейчас ему даже выгоднее этого не делать, а использовать Лукашенко як пудало, но как пугало. И не случайно вот такой очень странный человек, бывший посол Америки в Москве, Майкл Макфол, абсолютно чокнутый на России человек, который с утра просыпается в Америке и пишет «I love Russia». Ну, то есть, при том, что его Путин лично запретил ему въезд в Россию, он любит березки, там, ну, такой, ну, левак, такой третий левый поворот налево, с левой стороны, еще левее. Вот, это такой человек, он пишет, ну, он с радостью выдыхает, он пишет, правда, он сейчас преподает где-то, правда, не знаю, кто у него учится, не дай бог, вот, чему-то у него научиться, но он пишет, что, ну вот, говорит он, теперь на фоне Лукашенко Путин выглядит договороспособным, нормальным человеком. Я думаю, что просто Александр Григорьевич уже исполняет роль такой картофельной гейши. Он просто танцует то, что, о чем попросит клиент. Он будет изображать сумасшедшего, будет изображать там кого угодно. При том, что я абсолютно уверен, что похищение Протасевича – это абсолютно не его инициатива. Это такой подарок, от которого Лукашенко не смог отказаться. И это окончательно ставит его в роль изгоя, маргинала. Но это, как знаешь, примерно как, ну, это такое условное сравнение, это примерно как КНДР и Китай. Вот у китайцев есть такой сателлит, сумасшедший режим КНДР. Да, вот мы еще, вот на их фоне мы еще ничего, да. Вот, и на фоне вот того, что Лукашенко из себя представляет, и по Путин еще ничего. Хотя потому что русские не пускают сейчас самолеты, которые летят через Беларусь, хотя какая разница, через Беларусь, Монголию они летят, там, или, я не знаю, через Анголу, какая разница принимающему аэропорту. Показывает, что это солидарная позиция, что это общая спецоперация, и инициатором, я не думаю, что, может быть, попросил Лукашенко, но такую операцию не в состоянии, я уверен, провести белорусское КГБ, но это просто не тот уровень, да, и не тот уровень представительства, и вот то, что Саша Сотник написал, я не знаю этих фамилий никого, но что этим занималась резидентура, ну, под видом посольства России в Греции. В Беларуси там нет посольства, да? Это 100% Путина во всем знал от начала до конца. Таким самодеятельностью никто в России не занимается. Русский рейх – это нормально структурированная система. А в связи с этим у нас, знаешь, белорусские национал-патриоты очень расстроены позицией Украины в данном. Объясню, что имею в виду. С одной стороны, нельзя поддержать Лукашенко в данном вопросе. С другой стороны, санкции, которые принимаются, да, они все еще хочется, понимаешь, психологически удержаться за независимость, сделать все для этого.
они толкают совершенно... Лукашенко от этих санкций ни холодно, ни жарко, да? Во-первых, страдает... Подожди, я тебе просто говорю позицию, поэтому хочу ее пообсуждать. Да? Я же слышу, что люди говорят, и хорошие, достойные люди. Лукашенко ни холодно, ни жарко. Это только нас окончательно закидывает в объятия Российской Федерации. Невыгодно для Украины, потому что, собственно говоря, то, чего боялась Украина, это русские танки там по периметру вот этой границы. Они в итоге там и окажутся. А народ Беларуси не может бежать, потому что просто не может, оказался в душегубке. И когда я задаю вопрос, а что же тогда Украина должна была сделать? То есть я понимаю это, да, вот тот цугцванг, о котором мы говорили. Я это понимаю, но с другой стороны, и она же не может поддержать Лукашенко и режим. Да, то мне говорят, что, возможно, надо было дождаться какого-то расследования, что якобы Лукашенко пытался выйти на украинские власти. Ну, понимаешь... Как быть в этой ситуации? Никак... Да никак не быть. Украина одна из первых, наряду с Литвой, и это мне очень приятно отметить, вот там, что наше руководство и лично президент самые жесткую позицию заняли раньше других многих стран по отношению к Беларуси. К сожалению, Беларусь и Лукашенко сейчас это одно и то же. Вы можете это отделять, можете как угодно. Можно, наверное, какие-то романтичные немцы отделяли Германию от Гитлера там, в 1942 году. Но по факту это одно и то же. По факту все. На белорусской независимости нет никаких шансов, пока жив Путин и пока жив русский рейх. На этом тоже нужно поставить точку. И то, что я писал еще с августа прошлого года, ну, никто же не верил. Да, все же думали, что там Лукашенко сейчас встанет, заплачет и уйдет. Нет, плакать будут все остальные. И Беларусь, ввиду того, что там нет такой сильной национальной идентичности, как у Украины, да, ну, по ряду причин, по разным, это не вина, это беда на самом деле, да, она не имела никаких шансов на сопротивление русской экспансии. И вот попомню мое слово, еще многие из тех, кто сейчас вот там говорит про независимость, еще будут говорить, ну, слава богу, хоть Путин нас взял, да. Ну, это вот, знаешь, это еврейский анекдот такой есть, купи козла называется, к раввину приходит человек и говорит, жена мне изменяет, дети учатся на двойке, там, денег нет, что сделать, заведи козла. Потом, говорит, вообще стало жить невозможно, говорит, гадит везде, запах, говорит, продай козла. Продал козла и счастлив, да. Вот Лукашенко такой козел, он его может, он вообще с ним может сделать все, что угодно. Он может его сварить на завтрак себе, этого Лукашенко, правда, варить долго придется, там достаточно застарелое мясо. Но, то есть, ну, нет смысла бороться за то, что уже потеряно. Нет смысла оживлять труп. И этот эпизод с белорусской независимостью закончен. Как бы это ни называлось, присоединение, неприсоединение и так далее. Этот эпизод проигран. Это как был проигран когда-то эпизод с украинской независимостью в, там, ну, не знаю, 100 лет назад, да? Но проигран эпизод. Все, это нужно начинать все заново. Нужно осознать это, выучить уроки и понять, что никаких компромиссов со злом быть не может. И что, ну проиграли. Ну, просто матч проигран. Все. И он, очевидно, ну, он не мог, наверное, и не имел шансов на победу. Ну, просто иллюзии они такие, да, ну, каждый себе строит какие-то замки. Но сейчас такое время, когда все замки рушатся, когда русские оппозиционеры типа Шендеровича там, или какого-нибудь Ройзмана, которые проклинали меня с Бабченко последними словами за то, что мы призываем уезжать, если есть возможность спасать своих детей и так далее, они сейчас говорят, все уезжайте, все потеряно. Мы 5 лет назад писали, что все потеряно. Та же самая история в Беларуси. Это просто реально опасно. И то, что вы уехали, вы молодцы. Потому что не надо быть перегноем для Лукашенко. Для Лукашенко нужно быть токсичными, а не разложившимися в земле или там замученными за стенкой. Вот и все. Предлагаешь всем, кто может бежать? Однозначно. Вопрос, что у нас сейчас все закрыто, понимаешь? Закрыты наземные границы, да, с Евросоюзом там и так далее и тому подобное. Ну, я не знаю, бежать можно по-разному, когда-то что-то. Это детали, это вам виднее. Я в Беларуси вообще ничего не знаю, кроме того, что я вижу, что происходит. Вот и все. Ну, однако, анализ дается гораздо лучше, чем... Считаешь ли ты, что представители промосковской оппозиции... такие же соучастники того, что произошло,
Я считаю, давай так, вот чтобы много фамилий не называть. Не, вот без этот, фамилии, вот, я вот в этот общем, мальчик, да, вот одно назову. Вот этот мальчик, 17-летний, который бросил с 16 этажа, его соучастница ее убийства, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич. Это ее кладбище. Это ее кладбище. Она никогда в этом не признается. Вот, но все остальные там, ну, как бы на интеллектуалов как бы возлагается определенная ответственность. Да? Назывался Груздем, так будь там кем-то. Да? Она благополучно убежала в Варшаву, там прекрасно будет жить, дальше писать свои книги, а этот мальчик будет похоронен, и родители никогда в жизни не услышат его голоса. Да? И вот виновата в этом наполовину Светлана Алексеевич. Она вот 8 этажей на ней, на ее совести. Ну, она врала, не может интеллектуал врать, не может, не надо говорить. Там, ну, она врала, она, причем ее вранье подтверждено было сразу, когда она убежала. Чего ты тогда бежала, если ты говорила всем, что там мирными протестами можно победить Лукашенко? Только ничего не делайте, только ничего не делайте. Его можно было победить в первые... Они все это говорили. Они все это говорили. Это просто я на нее возлагаю наибольшую ответственность, как на наиболее... авторитетную среди белорусов фигуру. Более как бы признанного интеллектуала белорусского я не знаю. Но на самом деле она оказалась полной левачкой и дурой. Но то, что она дура и левачка, я понял, это не обидные слова. Я не оскорбляю женщину, я говорю о ней как интеллектуальной единице. Она глупая. После того, как она бежала из Одессы, когда какой-то КГБшный, ФСБшный тролль написал, что там одесские фашисты собираются с ней разобраться. Во-первых, какие фашисты одесские? Во-вторых, зачем им с ней разбираться? Когда она подбежала из Одессы, испугалась украинских фашистов, я понял, что она живет в русском телевизоре. Да? Но этого оказалось мало. Она еще и повела на заклание целое поколение белорусов. Чем скорее люди это поймут и перестанут верить этим болтунам, которые то цветы полицейским, то Путин приди, спаси и так далее. На лжи, кроме смерти, ничего не бывает. Но если так просто, я же не эксперт в Беларуси, я ничего не знаю. Я просто знаю, что любая ложь – это введение в заблуждение. Говорит, вот иди сюда, мальчик, засунь пальчик в розетку, ничего не будет. Пальчик засунул в розетку, и мальчика нет. Вот так вот, это не про это, мальчик – это плохая аллегория. Но смысл в том, что когда взрослые люди, взрослые в плане более авторитетные, более там известные, публичные, говорят, что ничего не будет нам, и все само собой, вот мы встанем, и рассвет будет светлый, и Беларусь станет демократическим государством, это все равно, что разрешать ребенку значит, слюнявить пальчики и засовывать их в розетку. Ну, вот такое дело. И говорит, что ничего. А потом, да, ничего, ну вот нет мальчика больше у нас. Нет у нас больше молодежи. Теперь как-то мы их обманули немножко. Они в тюрьмах сидят. 50-летний этот человек, я разглядывал фотографию, просто невозможно смотреть, просто невозможно, которые в тюрьме убили. Мне так жалко этих людей. Они могли уехать, могли убежать в Украину, как ты, могли бежать в Польшу, могли просто остаться жить для будущего в Беларуси, потому что это главные люди в Беларуси, это люди, которые понимают, кто они такие. Понимаешь, и сейчас идет вот именно уничтожение вот этой соли земли белорусской. И дать ему сейчас это сделать, это лишить Беларусь будущего уже точно. Как думаешь, какова судьба будет сейчас политзаключенных, таких как Николай Автухович, Микола Дзидок, ну, в общем, тех, кого... Ну, мне бы хотелось, чтобы был какой-то пакет, и я думаю, что Путин это будет продавать тоже, чтобы на что-то обменять этих людей, всех, причем нужно менять. Надежда, правда, небольшая. Я не знаю, мне за них страшно. Ну, не буду врать, я не знаю. Мне кажется, живой товар – это то, чем Россия умеет распоряжаться. Если кто забыл, 300 украинских примерно политзаключенных находятся в русских тюрьмах, и никто не в состоянии их вытащить уже несколько лет. Последний обмен был вот, ну, при Зеленском, 19-й год, по-моему, конец, или начало 20-го, ну, конец 19-го, начало 20-го. Все. Ну, то есть это... Они же не в тюрьмах белорусского КГБ находятся, они находятся в руках Путина. Их судьба в руках русского фюрера. Вот эти все обложки, что Лукашенко сошел с ума, да не сходил он с ума, он всегда таким был. И нет никакого Лукашенко. Лукашенко – это просто аватар Путина, такая маска для отвлечения, для торговли с Западом, для
для чего угодно, но это не самостоятельная фигура никак. Никак, вообще, совсем. Белорусы так долго выходили с БЧБ с плакатами от Хабаровска до Бреста, что сейчас сидеть будут от Хабаровска до Бреста. Да, да, и даже дальше. Там Хабаровск не самое дальше. Хорошее, не самое плохое место. Там есть Магадан, там есть Колыма, там есть, ну вот, такие вот вещи. Я ничего, знаешь, это, Лен, если честно, Алена, я не хочу даже говорить больше, вот честно. Мне все выворачивает. Я это все видел в августе еще. Меня просто трясет от того, как этим вот это, я этот средний мужчина, практически мой ровесник. И этот мальчик, они мне просто вот в глазах вот так стоят уже такое время, что я не могу. Вот просто спасайтесь, кто может. Не надо тонуть вместе с этим Титаником. Спасайтесь, потом вернетесь, потом что-то будет. Бороться надо снаружи с ним, изнутри. Ну, можно вот, но это фактически повторить поступок отчаянно этого мальчика броситься с крыши. Если вы думаете, что, если кто-то думает, что это разжалобит Лукашенко или там активизирует Запад, нет, конечно. Нет, конечно. Нельзя идти на съедение. Я прошу всех это усвоить. Никаких шансов на победу оппозиции в Беларуси нет. Кто бы вам не врал про это. Прекратите слушать людей, которые либо за гранты это делают, там, либо по собственной дуре где-нибудь там в Варшаве у камина. Пошли в жопу. Пошли в жопу. Спасайте своих детей, спасайтесь сами. Ради будущего в Беларуси, если вы патриоты. Не надо становиться жертвой добровольно. А победить сейчас невозможно, потому что сейчас же все понятно. Уже за этим идиотом стоит серьезный русский рейхфюрер, который заодно, который им вот в этом Лукашенко просто вот по локоть рука Путина. По локоть. Это надо понять, всегда так было. Все эти игры, это все просто... И сейчас это все игры для Запада. Значит, плохого и хорошего, более дикого людоеда. И в людоеда, значит, который пользуется там вилочкой с ножом, понимаешь, который грызет людей там живьем. Ну, вот это вареное человеческое мясо есть, тот сырое, да. Ну, для дураков играет сейчас, не поддавайтесь. Ну, все, правда, мне больше нечего сказать, честно. Блин. Сказано прекрасно. Грустно, прекрасно, трагично, но правда. Ну что, правда? Правда. Спасибо, Айдер. Спасибо. Не за что. Спасайтесь, кто может, ребят. Сейчас не надо идти в концлагеря. Не надо. Будьте силой, не будьте пыли лагерной. Прошу вас. Вот всех белорусов хороших. Я присоединяюсь. Делитесь, ребята, этим видео. Подписывайтесь на нас. Живее Беларусь, слава Украине. Всем пока. Пока. Смерть врагам.